комары. Переходим, едем дальше. Креозотом пахнет. Романтика. Есть у нас трейнхопперы, нет? Или как их там зовут? Так, зеленые луга. 30 километров проехал. Занял где-то полтора часа. Долетел, короче, до сюда очень бодро. Не знаю почему, ехал по дорогам. На улице жарко. Ну и когда едешь больше 25 по дороге, то становится не так жарко. Ну не плюс 30, плюс 25 где-то. Жить можно. Справа вода у нас, слева вода. Болото. Сейчас буду съезжать ниже. СНТ проедем. И там будет прям настоящее болото. С комарами, всякой другой хренью. Надеюсь, оно там есть. Все, асфальт кончается. Начинается дикая территория. Дачи, конечно, будут, но грунтовка. Грунтовка вот вдоль такой речки. Заливной тоже, иногда сотка нет. Ехал, но я знал, типа, что здесь грязь будет, там все дела. Но не думал, что прям лужи. Тут еще колейность большая. В лужах я могу упасть. Не понять, что там было. Ну я как дурак поеду посередине, да? Ёпты! Ёпты! Я не могу педали крутить, потому что глубоко. Маршрут будет интересный. Потому что здесь будет грязь. Грязь все мы любим. Конечно, будет не так быстро, как я думал. Но я по асфальту очень быстро проехал для себя. Поэтому тут можно помять жопу. Это еще высоко, и здесь есть вода. Я представляю, что творится там, где застревают машины. А такое место дальше будет. Вот, блин. Так, ребят, всем привет. Сегодня едем в сотку. В сотку едем один. Один грунтов будет у нас процентов, наверное, 40, асфальта 60. Самое интересное у нас будет вдоль Волги. И проехал я уже 32 километра. Мне кажется, пришло время немножко чего-нибудь съесть и попить, потому что я ничего не ел, не пил, а хочется. Вот. Не знаю, сколько у меня это времени все дело займет, но я думаю, где-то часов 9 общего времени. Чистого не знаю сколько. Торопиться не хочу, уставать сильно больно не хочу, хочу снимать. Надеюсь, камера мне это позволит. Короче, достаем то, что сегодня брал. Одна плохая новость есть, мне кажется, у меня гидратор течет. У меня спина мокрая была, когда я выезжал. Вот. Очень плохая новость. Сегодня рюкзак у меня забит добром. Под завязку. В магазины я заходить как бы не очень хочу. Пришлось брать все с собой. Первое, что я возьму, это будет зефир. Ваше зефирное здоровье. Привет зубам. Самое крутое, то, что я сегодня взял, это как, конечно же, хорошо кое-кто отметил, это рис. Да, ребят? Вот, родной, смотрите. Балдеж. Еще какой. Пол. Ну нет, наверное, грамм 400 риса. Офигеть. Сам сделал. Сегодня. Короче, голодным я не останусь. Это, кстати, результат переоценки моих, так сказать, пищевых предпочтений в поездках, потому что они были отвратительные. Смотрите, что у меня здесь есть. Вот это я понимаю пиршество. Мне кажется, если я вот так питаться буду в поездках, я, наверное, буду не худеть, а наоборот набирать.
кажется, внизу будет еще хуже все. Ай-яй-яй. Ёптый. Короче, там глубина такая, что приходится педаль не прокручивать, а оттягивать обратно. Потому что если я опущу в самое нижнее положение, у меня будут все ноги мокрые. Что я могу сказать? Лужи есть, их много. Они вот такие опасные. Блин. Ну, скорость, конечно, у меня упала. Это еще страшно. Самое интересное, что если я остановлюсь хоть на минуту, да какой на минуту, на полминуты, на меня сразу же налетают комары. У меня, кстати, есть тут видео на канале, я ездил уже по этим местам, но это было давно. Я попал прямо в саму грязь. Справа наверху я попробую оставить напоминалку. Кто не видел, посмотрите. Там еще камера старая, я со стабом, все дела. Пролагала камеру, короче, специально посмотрел, не лагает ли она. Потому что вот здесь началось то, о чем я говорил. Начался ад. Я не знаю, как ехать. Потому что везде скользко. Ну, поехали прямо. Бля, я потом весь грязный буду. Господи. Вот оно приключение. Это еще только начало, я только-только въехал. Надеюсь, камера не лагает. Хорошо, что я посмотрел и разлагал ее. В общем, здесь очень хорошо иметь контактные педали, потому что можешь крутить их 24 на 7 и в любой точке тянуть. И равновесие хорошее иметь. Потому что если вы вот завалитесь в колею, или там попробуете из колеи выехать, и вы свалитесь в бок, это, считай, все. Это смерть. Сколько же тут комаров? Ёж ты. И как мне тут ехать? Как ехать-то? Вот это звук. Надеюсь, камера пишет. Ух. Хорошие дороги у вас. Мне нравится. Как с него летит. Не сильно помогло. Воды много, много воды. В некоторых местах она прям до дороги доходила. Видно, там трава такая тухлая. Началось. Камера работает. Я тоже работаю. Пиздец. Блядь, внизу вода бежит. Там какой-то ручей был. Страшно так, как упасть в грязь. Еду прям по верхушке. Ёптыть. Я не ошибся. Еду, кстати, по следам фэтбайка. Он тут тоже был. А тут кто-то пешком шел. Держу в курсе, ребят. Тут я не помню, куда мне. По-моему, блять, комары. Комары, комары, комары. Что самое страшное, если вы вот в контактах, да? Если вы упадете. Узнаю места, я тут был. Был. Ёпты. Колеса в разные... Колеса в разные стороны едут. Налипает уже грязь. Я провалился почти по втулке, блин. А он тут вода уже. Справа. Стоит она выше дороги. Очуметь. Сколько же комаров, ребят. Я не могу, ребят, на дорогу. Комары. Ебать, как много, извините за мат.
Они просто меня облепили. Блять, вы бы видели, что внизу происходит. Господи. Я весь в грязи. А чё мне? Ёптать. Я потом сотку поеду. Серьезно? Точнее, я уже ее еду. Ай-яй-яй, как же меня кусают, ребята. Как же меня жрут. Пипец. Как тут, блин, много комаров. Здесь камера пишет. Вел стал тяжелее. Килограмм на 5. Я не хочу с этим ехать. Сколько мне еще осталось километров? Не знаю, 90. Оно же само не отвалится. Так, чача закончилась. Хотел тут почиститься. Все дела. Помыться. Как было это бы возможно. Но нет, ни хрена, ребята, это невозможно. Мне даже на камеру комары садятся. Я просто не могу ехать. Я вот по бокам на колеса по бокам налипал. Что делать? А я ведь вчера вымыл велосипед. Высушил. Смазал. Протер его всего. Ноги у вилки почистил. Ага. Ребят, хоррор в реальной жизни. Значит, стою, пропускаю машину на подъеме. Смотрю по бокам и вижу в окне на втором этаже вот это. Бля, я испугался. Просто ужас какой-то. Мне кажется, цепь уже высохла из-за того, что она была мокрая и грязная. Ищу палку, вроде бы как нашел. Буду чистить. Вот такая вот корешка. Какая жесть. Вот как мне это чистить? Оно же прилипло, как пластилин. Охренеть. Как пластилин. Офигеть. Все зазоры стали не зазорами. Конечно, если бы это был новенький гравийник, я бы его палкой так не пихал. Абсолютно точно. Фу. Жарище, ребят. Час дня. Самое пекло. Стоял сейчас под солнцем, грязь сбивал. Нашел какую-то грязную палку, блядь. Почистил все зазоры, которые мог. Не знаю. Ну, получилось, конечно, далеко не идеально. Я бы сказал, даже нехорошо, ненормально. Он, блядь, все равно грязный. С колес вообще грязь очень плохо убиралась, с бортов. Она вот прям как... Ну, будто глина. Вот ее взяли просто, рукой прижали, она прилипла. Сейчас местность не очень хорошая. Тычки будут такие, торчки, как их люди называют. То вверх, то вниз. Довольно большие. Гнать вообще сейчас не хочу. Абсолютно нет настроения гнать. Цепь шумит, кстати, как сухая. Ну да, все. Она высохла. Так что, если вы хотите нормально покатать, избегайте таких мест. Они вам не нужны. На удивление, торчки въехал на ходу. Не слезая с велика. Не знаю, тогда я тоже на контактах был. Мне кажется, все-таки рис – это тема. И настроение из-за него хорошее. Не дает он мне поскучать. Это хорошо. Блин, я не против, на самом деле, помыться. Я имею в виду вел помыть. Не знаю, где это можно сделать.
Вот такое интересное место. Наверху прибрежный, а это задельное. И везде люди живут. Волга, Самарская Лука. Хорошее место. Надеюсь, камера сейчас не залагает. Сейчас я проверю. Нет. В общем, сейчас мне... Ух ты, красивый вид вон там. В общем, едем вниз. А знаете, зачем мы это делаем? Просто ради спуска. Походу, такой прекрасный спуск и не записался. Камера отказывается работать снова. То есть я поднимался и опускался просто так. Не работает. В пути я 40 с чем-то километров. 40 с половиной, будем считать, 45. Камера офигительный спуск асфальтированный не записывала. Я хотел еще подниматься, чтобы снять его по второму разу, но я не стал это делать. Вот. То есть я зря поднимался и намеренно ехал вниз. Сейчас иду вот по этой песчаной дороге, если можно так назвать, вверх. Там будет крутое место, на котором можно будет отдохнуть хорошо. Посмотрим, свободно ли оно. Надеюсь, что свободно. Ужасно сильно сосной пахнет. Я, кстати, не люблю этот запах. Он, в принципе, не противный, но я его не люблю. Знаете почему? Потому что я в свое время, году так в 16-17, схватил дикое обезвоживание именно в сосновом лесу. Он, конечно, вот он, внизу остался. Но пахнет сосной сильно. И у меня, короче, после вот этого обезвоживания реальная неприязнь к запаху сосны. Я тогда домой приехал, в туалет пошел. Сейчас такое откровение будет, но надо всем это знать. У меня моча была цветом, ну, коричневым, темно-коричневым, как бурый медведь. Говорят, если до такого себя доводишь, это очень плохо. Так что, ребятки, всегда берите с собой воду. Вообще всегда. Она всегда нужна. Короче, я поднимаюсь. Запыхался. Подъем адский вообще. Наверное, третий раз уже останавливаюсь. Фу, вот, короче, наверху. Не знаю, сколько поднимался. 2 часа дня, ну немного, наверное, минут 15-10. Я весь мокрый, весь в песке. Слегка поднялся, и первый вид, который я увидел, довольно интересный. Ха. Это Волга. Ну, опять Волга. Ха. Что же еще может быть, кроме Волги? Довольно красиво. Но это еще не мое место. Мое место дальше, по дороге. Надо ехать туда. Так что следующее включение с места отдыха, я думаю. Велик оставляем. Фу. Я с самого низу сюда поднимался. Кстати, там орел летает, а что уметь? Прямо на моей высоте. Прямо на моей. О, какой он огромный. О, можно побалдеть, ребят. Фу. Все, ребят, отдыхаем вместе со мной. Блин, я тут могу целый час просидеть. Сижу наверху, смотрю на Волгу. Сейчас, короче, буду есть. Мне кажется, сейчас нужно сделать прям такую конкретную остановку. Поесть, впитать это все, всосать, так сказать, желудком. Потому что потом я уже останавливаться не буду. Прям так посидеть, чтобы сильно долго, как здесь. Потому что не будет места. Вот. Коробка счастья. Ну, это все правильно, ребят. Знаете, я тут думал, я это все время ездил на перекусах каких-то. То шоколадки, то орехи. А полноценных приемов пищи никогда не было. А вот он. Thank you.
общем, посидел, поел, поснимал. Теперь можно и ехать. Не знаю, что видно на камеру. Солнце фигачит. Что-то вот у меня шуршалось. Вот шуршалось вот там. Что-то хорошее шуршалось. Не знаю, собака какая-нибудь. Я вроде покричал, похлопал. Больше не шуршит. А вот на этом дереве, вот на этом, тут произошло убийство. Огромный шершень жалил жука. Вот он летает. Их тут два. Они что-то в дубу жрут. Не знаю, что это может быть. В общем, жук минус. Жалко, вы этого не видели. Я, короче, в лужу свалился. Ну как, на колесах, естественно. Как бы дождь не пошел. Будет неприятный подъем такой. Отвратительный. Урумыч, ребят, 59 километров, бахнул такую штуку, вообще зашло отлично. Сахар в голову ударил, хочется ехать. Еду 28. Скорость. Мне под мост. Уезжаем на трассу. Да, по ней ехать где-то километров 50 до дома. Не так, что много. 50-55. Привет. Бля, ну и подъем. О, пошла жара. Снимать на трассе я буду мало. Сожрал целую пачку печенья. Ну, там их не 20 штук, но где-то штук 10. Так, 95 на счетчике. Добро пожаловать, ребят. 50 лет со дня первого выпуска автомобиля. Копейка! О, блядь! Что? Я уже в черте города. 100 километров. Один с кучей риса. Рис, конечно, был вообще прекрасный. Рис был замечательный. Так что не стесняйтесь с собой брать какую-нибудь еду.
Было круто. Не знаю, сколько сегодня получилось, но где-то в районе 110, наверное. Как обычно. Трек в описании. Смотрите, изучайте. Сегодня без пульсометра, потому что я примерно понял, как мне нужно ездить. Вот. Мне понравилось. Так что давайте. Катайте. Смотрите по сторонам. И всем пока.